Сегодняшняя наша гостья уже была в студии кулинарной дипломатии. Но тогда она только начинала свою дипломатическую карьеру в Республике Беларусь. А сейчас подводит итоги. И тем интереснее узнать, что получилось и что запомнилось. Встречайте, чрезвычайный полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фиона Гибб. Здравствуйте, госпожа посол. Мы очень рады видеть сегодня вас у нас в гостях. Спасибо, что вы нашли время к нам прийти. Спасибо вам за приглашение. Я знаю, что сегодня мы с вами будем готовить шотландский суп кок-алики. Кстати, хочется побыстрее приступить к приготовлению и попробовать, поэтому давайте наденем фартуки и приступим. Хорошо. Госпожа посол, наверное, начнем мы с супа. То есть у нас уже закипает бульон, куда мы добавим курицу. И, как вы говорили, нам надо будет подготовить еще овощи. Госпожа посол, насколько я знаю, страна пребывания для дипломатов Великобритании выбирается самим дипломатом. То есть, получается, несколько лет назад это было ваше решение, что вы поедете работать в Беларусь. У нас есть... список, и я видела, что будет возможность работать как послом в Беларуси, и были другие возможности. И я выполнила заявку, было интервью, так далее, и потом я узнала летом 2014 года, что министр иностранных дел, он был за, что я стала послом до Беларуси. Уже в 2014 года. Но сейчас, вы смотрите, прошло только 3,5 года практически, да. И вы уже уезжаете. Да. Не маленький ли это срок для полномочий посла в стране? Это слишком мало, 2-3 года. Зависит от страны. Париж, например, обычно 4, даже 5 года. Кабул, это, возможно, 1 год. Зависит от страны. Время бежит очень быстро. Да. А вы помните свои первые впечатления, когда вы... приехали в Беларусь. Ваши надежды и что вы ожидали от Беларуси? Оправдалось ли это? Я приехала в январе 2016 года, как я сказала. Был снег на улице, это было холодно. Я помню мои первые выходные в Минске, и я погуляла на улице Победа, площадь Победа, и в центре города я погуляла. Я хотела улучшить наши двусторонние отношения. Я хотела бы добавить другие, другие направления, например, торговые отношения. Культурные отношения и даже отношения на сфере безопасности. Когда я оцениваю сейчас эти 3,5 года, я рада. То есть получилось реализовать эти возможности? Я получилась, да? реализовать мои личные цели. Да. И я знаю, что мои коллеги в Лондоне, в нашем министерстве, они тоже оценивают больше... Беларусь, как... Почему Беларусь важная страна? И почему надо... Развивать эти отношения, да. Хорошо, у меня курица готова, я ее тогда заброшу в бульон. Госпожа, что вы вот немножко упомянули уже о тех новых направлениях, которые вы развили в Беларуси, такие общие отношения между Великобританией и Беларусью. Культурные проекты. А какие культурные проекты были реализованы? Самые популярные, известные мероприятия – это был наш большой британский фестиваль. Был первый раз год назад, в июне 2018 года, и в этом году на площади Свободня. Очень успешное событие. Было много людей, я не знаю точно сколько, возможно, 100 тысяч людей было. Организовали только наш британский день в 22 июня в фан-зоне. Около 20 да, в фан-зоне европейских игр. Это было выходные британской культуры. И в субботу, и в воскресенье. Британские группы, которые приехали сюда из Шотландии, из Англии, некоторые, которые были год назад, например, наш диджей Блейз, он играл год назад,
И он очень хотел возвращаться. И когда я писала имейл в феврале, я не так быстро ожидала ответ. Но он сразу ответил. И он сказал: «Да, я буду». Мне очень нравится Минск. И он возвращался, он играл и в субботу вечером, и в воскресенье. И были новые группы на Clean Cut Kid и Dan Owen, которые играли. И они у всех были очень-очень позитивные впечатления. Подожди, я хочу вот сказать, что мы с супругом тоже видели, когда именно на площадке около Дворца спорта выступала группа из Шотландии и играла на волынках. И что вот хочется отметить, что вот вы сама из Шотландии, и, наверное, белорусы очень любят Шотландию. И, наверное, можно сказать, что исторически наши страны связывают много. Например, да. И Великое княжество Литовское, здесь были шотландские иммигранты, и даже сейчас находят шотландские монеты нашей территории. А волынка, это можно сказать, что она похожа на нашу дуду белорусскую, правда? Да, я знаю, да. Это как уже в июне 16 года, когда это мой первый королевский день в Deep Service Hall. Я надо каждый год надо выступать с речью. И мои коллеги, мои дипломатические коллеги, они любят говорить о торговле, цифры или так далее. Для меня это слишком неинтересно, когда есть такая вечеринка. Я хотела говорить о наших связях. И я читала по интернету, что даже уже в 16 веке Радзивилл Сиротка он пригласил шотландских торговцев сюда и даже шотландских воинов. Были тысячи и тысячи шотландских, которые жили вокруг Слуцк. И даже я читала, что первые coins, монетки приехали из Шотландии сюда. Так даже до сих пор в раскопках находят шотландские монеты у нас на территории Беларуси. Эти связи для меня щедрые, связи для меня. Да. Ну да, и ваши писатели, поэты, Стивенсон, его стихотворение «Вересковый мед» в школе было у нас очень популярное. Даже я его как чтец читала на литературном конкурсе «Из вереска напиток». Ну, наши писатели Роберт Бернс, например, и Роберт Льюи Стивенсон, очень популярные известные писатели здесь. Госпожа Пасман, вы знаете, что, я думаю, что вы заметили, что Беларусь достаточно активно развивает направление туристическое у нас в Беларуси, да? Сказалось ли это, вот, что за последние годы больше туристов из Великобритании стало приезжать к нам в страну? Что вообще британцы знают о Беларуси? Осенью прошлого года наша газета, большая известная газета в Великобритании, голосовала Минск на первом месте for weekend excursions, weekend destinations. Экскурсии на выходные в Минск. In Europe. Number one place. Первое место for среди европейских weekend стран. Excursions in Europe. Where to go in Europe? Какие города в Европе для выходных? И на первом месте был Минск. Приятно слышать Это очень хорошо. Я была очень рада, когда я читала. Так, я, наверное, добавлю специи. И еще я добавлю 6 веточек петрушки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Бульон наш кипит. Госпожа посол, а я знаю, что вы любите путешествовать. А в каких местах вы были в Беларуси? Что вам больше всего понравилось и запомнилось? Да, я много путешествовала в Беларуси. Я путешествовала в Гомель, Мазир, Чулов, Брест, Белобушка, Пушка, Гродно, Витебск, Могилев, Березинский заповедник, Мьори, Ельня, Болото. Да, вы много путешествовали по Беларуси. А скажите, вот когда вы путешествуете по Беларуси, что вы предпочтете? Отель или агроусадьбу? Я предпочитаю агроусадьбу, да. Да. В Браславе я не жила в городе. Я нашла усадьбу. Она подготовила еду для нас. Это лучше. Это было на берегу озера, что мы могли
покупаться. Я предпочитаю усадьбы, потому что есть возможность общаться с людьми. Это интереснее, ну, да, чем гостиницы. Такая натуральная, да, аутентичная и природа, да, 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 и, да, жизнь. Да. Есть здесь, в Беларуси, есть много такие места. Я знаю, что вы где-то в Беларуси даже волка видели. Ага, а где это было? Да. Я видела волк в Налибоке. Есть Вадим и его семья, которые работают, они живут и работают там, в Налибоке, занимаются с природой, с защитой животных. И сразу он предложил приедем в его машине вечером, чтобы найти волки. Он знает, как сделать звук волков с голосом. И мы стали рядом с машиной, и он сделал звук. И мы ждали ответ. И в один момент, возможно, 20 метров перед машиной, мы видели волк, который переходил дорогу. И я сказала: «Смотрите, смотрите, есть волк, волк». Он не ушел. Он сидел спокойно в лесу и нам смотрел. И Вадим сказал: 30 лет я изучаю волки. Никогда я не видела такое поведение, когда волк сидит и нам смотрит. Так, это было очень интересно. И после минут, волк ушел. Это было очень интересно. Что было даже интересно, когда мы вернулись домой, в усадьбу, были 3 ученые из Голландии, и они были там, чтобы сделать исследование. И когда мы, посол Великобритании, посол Швеции, мы видели волк! Первый день! И они... они не были рады, но они сказали: «Окей, завтра мы будем с вами». Завтра. А волки... у вас есть шанс. Luck. мы будем с вами. Но волки, они очень интеллигентные, умные. Я очень против охоты. Я знаю, что охота – это популярный спорт. Но я очень против охоты. Я знаю, что вы даже попробовали плести венки и ходили в белорусскую баню. Да, много раз. Да, да, много раз. Это, я знаю, что это часть культуры в Беларуси. Баня. Да, да. То есть в Шотландии такого нет? Нет. Ну, есть сауна. Сауна. Баня с веником была? Да, 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 конечно, конечно. А зимой не были в бане? Снег после бани. Да, 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 в Минске. И они построили баню в саду. Был снег в саду. И да, мы были в... После бани в снег? После бани я была в саду. On the snow. Впечатление. И потом я вернулась в баню. Да. Это очень хорошо. Да. У нас очень интересная беседа о Белоруссии, о ее колорите. Но суп наш варится. Туда мы сейчас добавим лук и рис. И оставим его еще вариться какое-то время. И прервемся на короткую рекламу. Встретимся с вами через несколько минут. Сегодня вместе с чрезвычайным уполномоченным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фионой Гиб мы готовим шотландский суп кок-алики и лосось в сливочном соусе. Уже в суп мы добавили лук, достали из него курицу, которая у нас охлаждается. Мы должны будем потом мясо отделить от костей. Добавили туда рис и чернослив. И суп продолжает вариться. Я думаю, что сейчас мы можем заняться соусом для рыбы и подготовим потом курицу. Для соуса нам понадобится 2 желтка. Теперь сюда надо вылить вот эти все сливки. Госпожа посол, мы вот уже немного поговорили о ваших путешествиях по Беларуси. А скажите, за время вашего пребывания ваши родственники или друзья приезжали сюда к нам в Беларусь? Да, много. Много, да? Да, да. Год назад и в этом году это как моя резиденция, это как гостиница. Так много друзей приехали сюда. Но я знаю, ваша мама приезжала? 6 раз.
Ну, да. Какое впечатление на вашу маму, на ваших она друзей очень, произвела в Беларуси? Она любит Беларусь. И последний раз она была здесь в июне, и она плакала. Да. А если говорить вот о путешествиях белорусских граждан в Великобританию? В прошлом году уехали в Великобританию. Mm-hmm. 11 тысяч. Конечно, это для меня это большой жалко, что я это в конце миссии в ближайшее время. У меня есть белорусские друзья, и я знаю, что я буду сохранить эти связи в будущем. Мои друзья меня ждет вернуться сюда в отпуск, и как я готова приветствовать их в Лондоне, mm-hmm. в Великобритании. Я возвращаюсь в пятницу 23 августа. Она будет уже в Шотландию, но мы планируем встретиться в субботу 24-го. Уже на территории Шотландии? Но я планирую регулярно возвращаться в Беларусь. Даже в будущем, возможно, когда я не работаю, я планирую, возможно, через 4 года не работать full-time. Угу. Полное время. Полное время. Работать здесь бесплатно, без зарплаты, чтобы учиться английский язык, угу. или в любом университете, или в любом школе. Если угу. есть студенты, которые хотели бы практиковать английский язык, я была бы готова. Зарплаты – это сметана. Вернуться в Беларусь. Госпожа Позвол, я знаю, что во время вашего пребывания в Минске состоялись официальные визиты министров обеих стран. Можете немножко рассказать об этом? Наш заместитель министра иностранных дел сэр Алан Данкен приехал сюда в октябре 17 года. И это был первый визит министра? Любого министра из Великобритании mm-hmm. сюда. В марте прошлого года господин Маккей, он посетил в Лондон, и он встретился с нашим министром иностранных дел, и с Арлен Данкен, и с другими. И в этом году наш министр, заместитель министра торговли Джордж Холлингбери, Он был в Минске в июне. Значит, есть активные отношения сейчас, активные двухсторонние отношения, которые не было 10 лет назад. Госпожа посол, я знаю, что в Беларуси вы научились играть в теннис. Я живу в посольстве. Моя квартира, мой резиденц на 4-м этаже. На улице втором этаже и мой резиденц на 4-м этаже. Значит, надо только 2 минуты из резиденции в офис. Это плохо. Но я совсем спортивная женщина. Я люблю заниматься спортом. И я регулярно катаюсь на лошади в Дзержинском районе. Почти каждые выходные. И как наши белорусские лошадки подчинили шотландской женщине? Да. Мой любимый лошадь, ему зовут Pioneer. Вау. Мы друзья, мы стали друзья. То я регулярно катаюсь на лошади, я катаюсь на лыжах иногда здесь. Я была один раз в Свичи и 2-3 раз в Лагойск. И я бегаю. Знаю, что вы участвовали. 5 километров, 6-7 километров. 2-3 раз в неделю. Но я знаю, что вы участвовали в полумарафонах. Да. В 16-м, 17-м, 18-м году я приняла участие. В сентябре прошлого года я хотела побегать 21 километр, но я слишком поздно начала тренироваться. И, как вы сказали, я начала играть в теннис. Даже сегодня вечер я играю в теннис. Приехала сюда с целом учиться в теннис, но это предложение подруги Ольги. И она мне сказала: «Фиона, ты знаешь, будет происходить дипломатический турнир в июне. Господин Маккей, он основал дипломатический турнир по теннису». Mm-hmm. И она мне сказала: «Надо принять участие в этом году». И она была очень энтузиастична.
тем не менее, я начала, я продолжаю, я пытаюсь. Замечательно. Вода закипела, туда мы отправим картофель вариться, курицу мы добавим в суп, а рыбу надо залить подготовленным соусом. Да. Хорошо. Сливочным. Так. Так, и теперь мы рыбу отправим в духовку и встретимся с вами уже на дегустации. Великобритания – это в первую очередь королевская семья. Громкие заявления, дни рождения, свадьбы, так как следят за британским двором, не следят больше ни за одним другим. Интерес публики вызывает не только Елизавета II или ее супруг принц Филипп, но также наследный принц Чарльз, его сыновья Уильям и Гарри, а также их супруги Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Олицетворением страны является и Лондон со всеми его достопримечательностями. Вестминстерский дворец, Биг Бен, Тауэр, красные телефонные будки, двухэтажный автобус, даже постоянные туманы и дождливая погода за десятилетия стали символами островного государства. Удивительное сооружение Стоунхендж также один из символов Великобритании. Каменному комплексу более 4000 лет, а как его построили, до сих пор точно никто не знает. Назначение также до сих пор не разгадано. Версий несколько. Одни ученые называют Стоунхендж храмом, другие – обсерваторией, третьи – гробницей. Сомнений не вызывает только то, что это место – одно из самых загадочных в мире. Неотъемлемая часть облика Великобритании – это замки. Одним из старейших сооружений страны является Лондонский Тауэр. За свою историю он был крепостью, дворцом, арсеналом, монетным двором, тюрьмой, обсерваторией и даже зоопарком. Сегодня массивное сооружение на берегу Темзы выглядит практически так же, как в XI веке. Его основное назначение – оружейная палата и музей, где хранятся сокровища короны. Официальной резиденцией британских монархов считается Букингемский дворец в Лондоне. Это настоящий город в городе с почтовыми офисами, отделением полиции, больницей, бассейном и кинотеатром. В самом дворце более 700 комнат. Смена караула – одно из самых популярных зрелищ. Во-первых, потому что это совершенно бесплатно, а во-вторых, это на самом деле красиво. Летняя резиденция Елизаветы II находится в городе Виндзоре. Дворцовый комплекс неоднократно становился местом проведения свадеб, в том числе церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. А я напомню, что сегодня вместе с нашей гостьей, чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фионой Гиб, мы приготовили шотландский суп кокалики и лосось в сливочном соусе с молодым картофелем. Госпожа посол, я думаю, мы можем попробовать. Хорошо. Начнем с шотландского супа. Угу. Кокалики. Да. Смачно есть. Смачно есть. Спасибо. Дякую. Я как-то сразу немножко сомневалась, какой же вкус придаст чернослив. Угу. И вот эта вот изюминка чернослива, его вкус угу. очень вкусно угу. и очень оригинально. Ну, наверное, надо попробовать еще, какой у нас лосось Хорошо. Получился. Угу. Супер, очень вкусно. Дуже смачно. Да, лосось просто тает во рту, да? Госпожа посол, угу. Покидая нашу страну, что бы вы хотели пожелать? Пожелаю страну. Я надеюсь, что Беларусь – это страна в центре Европы. И я надеюсь, что это будет позитивное, хорошее будущее для независимости. Суверенной Беларусь. Спасибо большое. Спасибо, госпожа посол, за такие теплые слова угу. о нашей стране. И, конечно, со своей стороны мы тоже хотим вам угу. пожелать дальнейшего успеха, угу. чтобы все ваши проекты реализовывались, чтобы вы нашли страну, в которую вы дальше захотите поехать, и полюбили ее так же, как нашу Беларусь. Спасибо большое. Вот. И со своей стороны мы хотели бы вручить вам вот этот замечательный букет. Спасибо. И вручить подарок, любезно предоставленный торговой маркой «Белорусский лен». Я думаю, что он найдет достойное место в вашем доме и будет вам напоминать о Белоруссии и о нас. А если это говорит дипломат в отношении всей страны, это дорогого стоит. Поэтому мы не прощаемся. Мы говорим «до свидания». С вами была я, Наталья Рыженкова. Живите вкусно и помните, что дипломатия бывает разной. И даже кулинарной.